Привет, на связи Техномаг, и я нахожусь в Шанхае, и здесь мы не просто так, потому что теперь Техномаг выходит на новый уровень, и мы становимся международной компанией. Теперь у нас можно заказать товары, не только которые у нас есть на складе в России, но и товары, которые находятся в Китае. Как это происходит? То есть вы просто-напросто пишете нам, говорите, мне надо вот это в таком объеме. Мы сами находим китайцев, сами с ними договариваемся по цене, говорим это вам. Дальше вы, допустим, соглашаетесь, и мы уже организовываем оплату, потому что из России в Китай вы не сможете сейчас перевести деньги. Мы организовываем доставку, потому что если вы думаете, что найдете что-то там по доллару, чтобы вам по 2 доллара перевезли за килограмм, то вы тоже глубоко ошибаетесь. Мы это все организовываем по цене, ну, в зависимости от объема, в среднем у нас на текущий момент, ну, около 2 долларов плюс-минус выходит за килограмм. При этом вы можете платить с расчетного счета. При этом у нас есть на крупное оборудование, такие как токарные станки, лазерные станки, еще что-то, у нас есть отсрочка платежа до года. То есть вы получаете оборудование, получаете его, можете заказать его установку, можете заказать его гарантию, да, то есть мы будем приезжать и ремонтировать в случае какой-то поломки, да, ну, конечно же, такого практически не происходит, потому что китайцы все равно используют более отлаженные технологии, ну, в плане какого-то бизнеса.